Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем вязать донышко Божьей коровки. Чтобы связать вот такое донышко, оно вяжется черной ниткой, но как показывает практика, что на черном цвете ничего не видно. Поэтому я буду вязать светлой ниткой, чтобы более вы видели, куда я оставляю крючок и сколько я набираю петель. Для этого нам надо набрать 6 столбиков без накида до кольцо амигуруми. Накидываем на указательный палец левой руки нить. Конец нити смотрит на вас. Обматываем указательный палец. Получается такой крестик. Этот крестик придерживаем большим пальцем левой руки. Правой рукой мы держим крючок, как пишем. Крючок должен смотреть на вас или вниз. Под нить мы вводим крючок, захватываем рабочую нить. У нас получилась маленькая петелька на крючке и большая петля ниже крючка. Накидываем рабочую нить на крючок и протягиваем через маленькую петельку. Это один. Вводим крючок в большую петлю. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас образовалось 2 петли. Накинули рабочую нить на крючок от себя на себя и протянули через 2 петли. 2. 3. Значит, вводим крючок в большую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас образовалось 2 петли. Накидываем рабочую нить на крючок от себя на себя и протягиваем через 2 петли. 4, 5, 6. Далее мы тянем за конец, вот этот маленький конец нити. Затягиваем сильно. У нас образовался полукруг. Чтобы сделать круг, вот у нас, видите, торчит такая петелечка. Мы вводим крючок в эту петельку, захватываем рабочую нить, протягиваем через эту петельку и первую петельку, которая была у нас на крючке. Мы соединили все петли. У нас получился вот такой кружок. Далее, второй ряд, мы должны провязать 12 столбиков без накида. Чтобы провязать 12 столбиков без накида, это надо каждую петельку предыдущего ряда провязать по 2 раза столбика без накида. Вводим крючок в петлю предыдущего ряда, захватываем за 2 стеночки петли, захватили рабочую нить, вытянули. На крючке у нас образовалось 2 петельки. Накинули рабочую нить от себя на себя и протянули через 2 петли. В эту же в петлю, что мы с вами провязали, мы вставляем крючок, ставили крючок, захватили нить, вытянули. На крючке у нас получается 2 петли. Накинули рабочую нить на крючок от себя на себя и протянули через 2 петли. Итак, мы с вами вяжем по кругу. Как понять, правильно мы с вами связали или неправильно? Считаем мы по галочкам. Галочки называют вот эти вот верхние, они как выглядят галочки. Один, петельки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Мы с вами правильно связали. Третий ряд нам надо получить 18 столбиков без накида. Чтобы получить 18 столбиков без накида, надо один столбик без накида в одну петлю провязывать, а вторую петлю мы провязываем 2 раза. Идет прибавка. Провязываем первую петельку, мы провязываем 1 раз столбик без накида,
Вторую петельку мы уже провязываем с вами два раза. Один, и в эту же петлю мы провязываем второй раз столбиком без накида. Один, два, один, два. И так до конца. Один, два. Вот мы с вами провязали 3 ряда столбиков без накида. Четвертый ряд 24 столбика без накида. Это значит 2 столбика без накида плюс третью мы делаем прибавку. 1, 1. И в третью мы делаем прибавку. 1. И в эту же петлю провязываем второй раз. 1. 1, и в третью делаем прибавку, провязываем 2 раза, так по кругу.